В полной экипировке, в специальной одежде и в снаряжении огнеборцы вышли на старт. Ребята из пожарной части номер 90 настроены по-боевому. На соревнованиях дорога каждая секунда. Отличная физическая подготовка – обязательное условие для каждого пожарного. Алексей Шиповалов – начальник первого отряда Федеральной противопожарной службы. Он уделяет большое внимание огневой подготовке своих подчиненных. В течение года проводит соревнования. Таким образом определяются лучшие караулы. Каждый год меняем схему соревнования. То есть один раз там одну лестницу, второй раз другую лестницу, третий раз пену, четвертый раз людей спасаем. И так вот, меняя условия соревнования, ребятам даем где-то за месяц серьезно подготовиться. Спасти условного пострадавшего на пожаре и ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. Вот задачи, которые стоят перед огнеборцами. Каждая подготовка очень по-своему интересна. Кто-то что-то выдумает, кто-то придумает, а кто-то только учится и готовится к будущим боям. Все этапы проходили в условиях, приближенном к реальным. На пожарных боевая одежда с полным вооружением. Всего в соревнованиях приняли участие 270 человек из 52 дежурных частей. Соревнования так удовлетворительные, скажу, для нас прошли. Ну, я не всем доволен, но доволен. Холодно, скользко, как вы сами видите. Ну, это все влияет на слаженное действие моего караула. По словам огнеборцев, пожар может случиться в любое время года. И они всегда должны быть готовы справиться с огнем. По итогам соревнований лидером среди дежурных караулов и в общекомандном зачете стала пожарная часть номер 93. Эльвира Илларионова, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим».